O'zbekistonning mana bu harbiy samolyoti Toshkentdan Xitoyga uchmoqda. Qutilarda tibbiy qo'lqoplar, filtrli niqoblar hamda maxsus himoya kiyimlari bor. Bu O'zbekiston Xitoyga yo'llayotgan do'stlik ishorasi hamdir. Наша страна является одной из самых таких близких друзей и близких партнеров Китайской Народной Республики. И с этой точки зрения, конечно же, мы оказываем как моральную, так и, так сказать, материальную поддержку, практическую поддержку нашим китайским друзьям. Об этом и свидетельствует, в частности, вчерашнее соответствующее решение главы нашего государства, уважаемого Шавкат Миромановича Мирзиёева. Президент Мирзиёев тапшырыгы билан өзбекләр айнан коронавируска каршы кураш үчүн Хытай ихтияж сезиоткан тиббий махсулатларны юборушмакта. В этот момент мы чувствуем сильную и такую бескорыстную поддержку от уважаемого президента, от узбекского народа и правительства. Это мы очень высоко ценим. Бу ilk yordam yuki. O'zbekiston korxonalari hozir Xitoy uchun yana tibbiy niqoblar va himoya kiyimlari tikishayotir.